В этом видео я покажу вам свои отпускные маникюры. Лаков у меня получилось взять с собой больше, чем вышло маникюров. Но это не потому, что я какими-то из них не успела накрасить, а взяла специально больше для того, чтобы у меня был выбор. Свой отпуск я начала с магнитного лака от Масоры, который называется «Тайна двух океанов». Это серо-голубая база с серебристыми частичками, похожими на слюду, и также мелкой голографической крошкой, которая очень здорово переливается, особенно на солнышке. Сам по себе лак мне понравился, правда, все впечатление о нем испортила сушка от мотыльков. Она прям очень сильно стянула лак у кутикулы. Дня через три я нанесла этот топ от Летуаль с ледяной номер 452 Snowflake, и он для меня уже стал незаменимым. Достаточно часто его использую. Здесь, ну, наверное, после 4 маникюров образовался вот такой вот уровень во флаконе. Thank you.
Следующим пошел Hot Scale Closer. Мне он так понравился, такой нежный и воздушный. В маникюре я наносила его в два слоя. Правда, думаю, в три было бы ему лучше. Очень классное наполнение. Здесь не просто шиммерный лак. Здесь частички немного покрупнее, но они до слюды не дотягивают. При этом на стандартный шиммер тоже не похоже. Здесь есть и синие, и фиолетовые, и золотисто-зеленые переливы. Тем маникюром я проходила дня два и потом уже накрасила маргариты от мотыльков. Мне очень нравится, как на моих ногтях выглядят малиновые и красные лаки, но почему-то такие оттенки ношу редко. Здесь яркий красный с синим шиммером. Мне понравилось, что он такой послушный, без проблем прокрашивался у кутикулы. Правда, финиш его совсем не глянцевый, родной. Нужно было нанести сушку, но я поленилась. Наносила в два слоя и тоже думаю, что в три ему было бы лучше. И спустя день я снова нанесла этот топ от Летуаль. По-моему, очень здорово получилось. В общем, получилось, что 5 маникюров я сделала вот с этими 4 лаками. И также в запасе остались так и не выкрашенными вот эти вот 5 красавцев. Скажу, почему именно их взяла. Глазированные пончики от Color Flex. Взяла этот кремушек персиково-оранжевого цвета, потому что у меня купальник такого цвета. Но не довелось как-то его выголить. Конечно, жаль. Также взяла глиттерный ярко-розовые мыльные пузыри от Массеры, но вообще у меня не было настроения на него. Кажется каким-то девчачьим слишком.
детским даже немножечко, а хотелось более такого классического, поэтому вместо него накрасила маргаритой. Также очень здоровский лак Сидра Ривер от Скейлов. Это бирюзовый, немножко уходящий в тиловый, с шиммером и слюдой. Очень он, конечно, красивый, но вот руки не дошли. Также Псков от Мотыльков. Я накрасила его в педикюре и удачно с ним ходила неделю. Не хочу показывать уже не первой свежести, потому что педикюр, но держится хорошо. И лак очень такой здоровский. Классно сочетается с бассейном и с морем. Нравится своей легкостью и полупрозрачным нанесением. Также думала, что, может быть, выгулю Волгу от Polish Molish. Тоже он классно бы сочетался с морем и с бассейном. Но думаю, что за лето еще успею. Здесь такой классный зеленый шиммер. Как только я приехала на море, сразу же вспомнила шиммерный голубой от Step с металлическим эффектом лак. Я же специально его покупала для того, чтобы взять с собой в отпуск. И вот забыла, заранее не приготовила. Ну ладно, уже ничего теперь не сделать. В принципе, маникюры мне понравились, ими я осталась довольна. Жаль, что рук не хватило выгулить оставшиеся 5. Буду рада обратной связи в комментариях. Напишите, какие из показанных мной маникюров вам понравились больше всего. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!